дорогие друзья, приветствую вас всех на своем канале. Смотрите, какая у нас шикарная погода. Вроде бы на небе нет ни одного облачка, но может быть из-за того, что утро, пока еще не сильно жарко. В общем, отличная погода. Показываю вам виды со своего балкона. Давно уже ничего не показывала. Смотрите, деревья уже готовятся к осени. Еще совсем чуть-чуть и осень. Так быстро лето пролетело. В общем, неожиданно бац, и нету лета. Ну, а дальше я хотела вам показать маленькие такие кадры, которые я наснимала вон в том магазине напротив меня. Видите? Сейчас вам покажу. Вот этот магазин Сельпо называется. Вот туда зашла, и там был небольшой завоз орхидеек. В общем, я поснимала. Посмотрите, потому что сейчас у нас тяжелые времена, и орхидеи завозят очень мало. И чтобы вот так ездить специально снимать какие-то обзоры, в общем-то, и нету времени, чтобы поехать специально, знаете, магазин такой вот большой и поснимать. И жарко сейчас очень, ну вообще днем. Так что посмотрите это маленькое видео, а потом попозже, может быть, у меня так и получится, что я съезжу специально, что-то поснимаю. Хотя не уверена, что там будет такой, знаете, шикарный завоз. А может быть, вдруг я случится, что и будет завоз. Ну, надо будет выбрать время и поехать специально поснимать видео обзор орхидеек. Ладно, друзья, смотрите видео. Приятного вам просмотра и хорошего дня.